Друзья, всем привет! Мы сегодня приплыли опять на озеро, приехали купаться. Друг, иди сюда! Друг, иди сюда! И дружок у нас открывает сезон. Сегодня 29 августа. И с оставшимися гостями мы вновь приехали. Вот Алексей Лазаревич, Ольга Григорьевна, Андрей, Оля и я. Нас сегодня только пятеро. Ну и я сижу в лодке. Да, и сейчас мы пойдем кататься. Вы грести будете? Я могу. Могу. И вот отчаливают. Ту-ту! Солнышко сегодня. Вода отличная. Сейчас пойдем купаться. Да, наш пес не вылезает из воды сегодня. Возьмите, говорит, меня на лодку. Он хочет, чтобы его на лодку взяли. Дружочек. Туда-обратно проплыл. Ну, молодец, чемпион. Да он вообще мореплаватель. Дружочек, ты плывешь, да? Молодец, приплыл. Дружочек. Сейчас будет отряхиваться и всех обрызгает. Вот так. Да. Андрей! Иду на погружение, да? Все, давай. Лет за дружком. Вот с прошлого раза остались наши дровишки и такая палочка, которой мы выгребали картофель. Прямо сюда кидать? Давайте, да. И в этот раз мы взяли стульчики, потому что в прошлом разе на матрасах нам не понравилось. Мы все оказались тяжелые, матрасы сдувались. На стульчиках будет поинтереснее сидеть. А вот крылья расправил искатель разлук самолет, как в песне. Совсем рядом летит. А мы растопили костерчик. И сейчас будем тут загорать. Мы пошли закрывать купальный сезон. Последний день августа. Да. Давайте помашем рукой. Завтра еще 31-е, да? Оля, помаши. Давай. Наверное. Май, март, апрель, май, июнь, июль, август. 31-е еще. Еще лето пока. Да. Последние деньки. Вот Алексей Лазаревич, 84 года, купается со всеми нами. Теплая вода, как парное молоко. Да, Олю не вытащишь, морская душа. Наш костерчик. А? Босиком отвыкли ходить, да? Колются камушки. Зато да, зато полезно. Подошва массируется. Вот они поплыли, трое в лодке. Четверо в лодке, не считая собаки. Дружок, как тебе? Будешь капитаном? Все.
Катя, корабль уходит в море. Пока-пока. Дружок, пока-пока. Все, они уплыли. Я зашел в воду поснимать. Они плывут. Да-да-да. Здорово, да? Вот так вот можно погреть ноги над костром. Накупалась? Да, прям в одежде. Сестры у нас купаются в одежде прямо. Ну как? Не замерзла? Тепло? Все озеро для нас. Все озеро для вас. Приходит корабль. Сейчас он прыгнет и вас покачает. Так, а вы заплатили, пассажир? Да, пассажир, предъявите билеты. Предъявите билеты. Пассажир в черном костюмчике, предъявите билеты. Отворачивается, точно. Пассажир, я к вам обращаюсь, предъявите билеты. Зайцем проехал. Ну-ка вылази, зайцем проехал. Зайцем приехал. Зайцем проехал. Ты как сюда залез? Это не пес, это заяц. Это не пес, это заяц. Все, высаживайте пассажира, который без билетов. Он грести хочет. Грести. Выходи, дружок, давай, выходи. Что, понравилось кататься, да? Да тут мелко, дружок. Видишь, я стою по колено. На буксире. Прыгай. Понравилось ему кататься. Сейчас я подтяну к лодку к берегу. Давай, выходи. Он не хочет выходить. Похоже, ему понравилось. Ну что, всех видит он. Да, хорошо. Не хочет выходить, ему понравилось. Ладно, плывите дальше, покатайтесь. Но. Продолжается путешествие. Продолжение путешествия. Безбилетный пассажир не хочет выходить. Горит. Вот, друзья, вот такое вот у нас тут озерце, бывший карьер, где брали гравий. Теперь оно заросло водой. И мы сюда ездим отдыхать. Сидишь вот так вот. Ну, сегодня не взяли гитару. Картошку тоже не взяли с грибами. Ну, просто посидеть, поотдыхать. Вот такое вот отличное место. Кто-то может кататься на лодке, вот там с деревьями, причалили, а мы сидим и жгем костер. Все, безбилетный пассажир вышел. Дружочек, ты выпрыгнул, накатался уже, накатался он.